Команды начинают эту игру. Поехали. Вот в таком составе хозяева сегодня выйдут на поле. Перед нами классическая схема 4-3-3. Игроки на флангах. Он бьет. Без труда спасает вратарь свою команду. Защита надежно играет. Мяч отобран. Тиаго Алькантара. Атака прервана. Мяч улетел куда-то в сторону. Марио Гомес. Евгений Коноплян. Тут может что-то получиться. Нужно забивать и выходить вперед. Какой сейв. Вратарь творит чудеса. Мяч за пределами поля. Угловой. Карим Беллараби. Юлиан Дракслер. Удар! Опасно! Прекрасный сувенир у кого-то из болельщиков. Алло, вратарь, соберись! Рамос. Адриан Рамос. Кагава. Может получиться интересная атака. Он с мячом. Марсель Шмельцер. Раньше это называлось корнер, но теперь мы говорим угловой. Тиаго. Хакан Чалханоглу. Посмотрим за этой атакой. Атака остановлена, но кто получит мяч? А сейчас вперед можно выйти! Чем я, честно говоря, думал, что будет жесткая борьба в середине поля, а тут такая размашистая, открытая и фактически односторонняя игра. Да, давят они очень прилично, моментов создали предостаточно. Я бы сказал, что одна команда превосходит другую буквально по всем компонентам игры. Хакан Чалханоглу. Ну а здесь кого винить? Только себя любимого. Хакан Чалханоглу. Марио Гомес. Успешно навязал борьбу. Теперь придется побороться еще раз. Это может быть опасно. Бить надо! И сравнивать счет! Свисток арбитра угловой. Спокойно выбивает мяч далеко в поле. Сложный мяч. Лучше не... Судья фиксирует нарушение и вполне может наказать игрока. Пока неплохо. Будет штрафной удар. Момент! Не испугался, нырнул за мячом, и какой гол получился! Как же здорово сыграно, а? Очень вкусно, я бы сказал. Смотрите, с левого фланга великолепный навес. Да, и его оставалось только замкнуть. Чем проблем вообще не возник. Да, вот это идеальное завершение стандарта. Точный удар головой, и вратарь без сил. Да там никто вообще дернуться не успел, включая даже защиту. Удар! Близко, очень близко. Игроки не скрывают своего разочарования. Да, разрыв по-прежнему велик. Одни не сдаются, а другие не отступают. Кагава. На пару решили разыграть эту комбинацию. Это может быть... Он накручивает соперников. Кагава! Вот это спасение! Судья показывает на угол поля.
Выбивает вратарь мяч подальше из штрафной. И пошла передача. Лукаш Пище. Отлично сыграно. Надо решать. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Катает мяч перед чужой штрафной в надежде на открывание кого-то из нападающих. Синдзи Кагава. Атака продолжается. Судья дает играть. Евгений Коноплян. Судья дает продолжить игру, хотя в паузе, возможно, будет желтая карточка. И мяч в руках у голкипера. Яго. Друзья, вы поворотом-то бить собираетесь или нет? Пасы это, конечно, хорошо, но надо же голы забивать. Могло быть опасно, но защитник в последний момент подставил ногу. Марио Гомес. Это может быть опасно. Джонатан Тарр. Здорово, выбрал два. Белараби. Угловой номер. Какой номер? Ну и вот желтая карточка, то есть горчишник. Первое и последнее, так скажем, китайское предупреждение. Кингсли Коман. Успешно навязал борьбу, теперь придется побороться еще раз. 4 минуты добавил судья к основному времени матча. Пас вратарю. Болельщики недовольны. Евгений Коноплян. Перехват мяча. И можно начинать атаку в обратную сторону. Это может быть опасно. Марио Гомес. Прекрасная возможность для контратаки. И этот штрафной может быть очень опасным. А у нас все готово к началу второго тайма. Напомню, что мы смотрим игру чемпионата Food Champions Weekend League. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Кагава. Хорошее владение мячом перед штрафной площадью, но пора бы и обострить. Ну а потом скажут, комментатор сглазил, и они из-за этого потеряли мяч. Тут может что-то получиться. Красиво сыграно, как эффектно. Тиаго Алькантара. Отличный отбор, но кому достанется мяч? Потеря мяча в центральной зоне в результате плохого паса. Хакан Чалханоглу. Пока неплохо. Мяч у защитника, он сыграл надежно. Рамос! Удар, сейв, неудачно отбивает он мяч. Мяч за лицевой линией, раньше его вводили в игру защитники, теперь это делает вратарь. Посмотрим за этой атакой. Пол команды об... Кагава. Гол! 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 Потрясающая атака, великолепный прорыв и роскошный гол. А вот это огрызнулись, вот это поймали кураж, сократили серьезный разрыв до одного мяча. Ну что, Георгий, может быть, рискнем и поставим на ничью, а? Игра возобновляется, счет уже 2-1. Хотят они довести мяч до верного, чтобы уж наверняка поразить цель. Неплохо задумано, но защита... Карим Белараби! Защита справляется. Дуглас Коста. Рамос. Кагава. Пошли последние полчаса игры. Кагава. Марио Гомес. Проникающий пас, но защита не дремлет.
Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Это легкий мяч, других хозяев, кроме голкипера, здесь по эпизоду не предвидится. Марио Гомес. Штрафной ставит судья. Дуглас Коста. Отличный отбор, но кому достанется мяч? Кингсли Коман. Хакан Чалханоглу. Теперь в атаке соперник. Мало кто умеет так здорово. Бить надо и сравнивать счет. Команда проходит пытку угловым. Выдержит. Вашему вниманию соотношение угловых в сегодняшней встрече. Командам 20 минут осталось играть в этом матче. Они остались с мячом, так что можно продолжать игру. Замена готовится в домашней команде. Решил тренер освежить игру, и давайте посмотрим, кто покинет поле. Опасный момент. От ворот будет мяч. И вот процент владения мячом нам показывает. Практически идентичные показатели у команд. Ну и по нашим ощущениям все так и выглядит. Синдзи Кагава. Кингсли Коман. Великолепная игра в пас. Сравнивать нужно! Один в один его сегодня просто не пройти. Защита надежно играет, мяч отобран. Хакан Чалханоглу. Марсель Шмельц. Передача назад на голкипера. Тянут время, стадион свистит. Стадион захлебнулся буквально в эмоциях. Непередаваемый накал. Ключевой момент игры сейчас наступает. Да, тут либо бан, либо пропал. Поэтому эмоции и бьют через край. Какой шанс у Алик? Гол! И все начинается сначала. Пример подает своим товарищам капитан и забивает вот такой красивый гол. Да, ну не зря у него все-таки повязка на рукаве, он настоящий лидер и сыграл здесь великолепно. И все-таки им удалось сравнять счет. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. Я уже сбился считать передачи, честно говоря. Хакан Чалханоглу. Ух, болельщики команды, которая оборонялась сейчас, наверное, выдохнули. Яго. Это может быть опасная атака. И навес. Защитник прекрасно обороняется, не позволяет пройти навес. Удар. А ведь мастерство есть у этого игрока. И так промазал. Да, хладнокровия в этой ситуации игроку, к сожалению, не хватило. Тиаго Алькантара. Рамос. Кингсли Коман. Получится у них победить. Идеальный момент. Защитник хорошо выбирает позицию и снимает этот навес. Судья решил добавить 3 минуты. Пол команды обыграл. Ничего себе. Кингсли Коман. Адриан Рамос. Может получиться интересная атака. Адриан Рамос. Вынос. Главное, чтобы повыше и быть.
Тренеры поговорили с командами, установки получены. Дополнительное время началось. Это может быть опасно. Синдзи Кагава. Вот потому, что такие моменты не реализуются, на табло у нас и ничейный счет. Кагава. Отличный пас в разрез. Хакан Чалханоглу. Синдзи Кагава. Кингсли Коман. Кагава. Хакан Чалханоглу. Слушайте, ну это просто Барселона Гвардиолы в лучшие времена. Хакан Чалханоглу. Тиаго Алькантар. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Кагава. Тут может что-то получиться. Ну что это за... Удар по воротам. Я показываю, что будет угловой. Неудачно. Тиаго Алькантара. Не торопится арбитр со свистком, дает играть команда. Не... Этот стандарт обещает несколько десятков волнительных секунд обороне. Пробивает игрок. Удар! Вратарь уверенно забирает мяч. Первые 15 минут отыграли. Ждем второй дополнительный тайм. Вторые дополнительные 15 минут только что начались. Красиво сыграно. Это может быть опасно. Ну вот и все. Отворот показывает арбитр. Эдуардо Варгас. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Отлично сыграно. Надо решать. Есть шанс выйти вперед. Игрок прекрасно освободился от защитников и должен был забивать. Но чуть-чуть ему не повезло. Очень динамичный момент. Даже запасные повскакивали со своих мест. Комментаторской позиции было полное ощущение, что мяч оказался в сетке. Через 8 минут арбитр даст свисток об окончании второго дополнительного тайма. Кагава. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. 114 минут игра продолжается, осталось еще 6. Удар! Опасно! Тьяго. Вот это да! Отличный перехват! Можно бить и выиграть матч. Этот мяч вполне может стать решающим. Вот эта игра. Ну что же, до конца игрового времени остается совсем мало времени. И, похоже, серии пенальти не будет. Да, казалось, что обе команды уже настраиваются на послематчевые пенальти. И вот такая вот сумасшедшая развязка. Кагава. Кагава. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону.
Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. А сейчас может быть вторая жёлтая. Ну все, теперь цементировать оборону точно некому. Пришла беда, как говорится, открывай ворота. Ну ты все-таки погоди хранить команду. План Б на такие случаи всегда есть. До конца матча пару минут, до спасения один гол. Лови момент, как говорится. Финальный свисток и результат матча очень приятен. Может получиться интересно.